Вот в этой точке он и стоит. Доберет прям атаки, ну метров 10, тут 12 от меня. Мне кажется, метров 10. Так близко. Тихо сижу, потихонечку все делаю. Тем более подошел на байдарке без мотора. Поклевки нечастые. Нету никакого котла, ничего нету. Просто он здесь есть и надо планомерно откидывать. Сколько раз я туда под дерево закидывал, за камышинку вот за это, как сейчас, не было. И вот раз и взял. Опа, выход был. Опа, есть! Сначала выход был. Блин, вот это меня радует. С одной точки все берет практически. Так близко. А, там же решок еще один. Третий уже. Вот это утро. Мои планы прям оправдались. И удачно воблер-то взял. А и поменьше. Еще меньше. Опять снизу ударил. Опа! Такого жереха тоже можно брать, по сути. А я его отпущу. Здесь около кило.